Это как в Абхазии, да? Джипинг или что называется? Давай дальше пешком мы пойдем. Давай пешком. Ну ничего. Вот Мурик положил собаке мясо. Она даже настолько пригрела, что даже и не чувствует его. И во сне снится этот запах. Огня вот. Здесь даже дождь. На кошаре просохли, все высушили. Промокли до ниточки. Она долго настраивалась. Мужики поймали связь. Переговорный пункт. Девушка, соедините, пожалуйста, с Нальчиком. 2-2-2. Тел-Авив. У нас прошел очень сильный дождь, пока мы шли от машины до нашего базового лагеря. Был сильнейший дождь. Промокли до самых трусов. Хорошо, что вот сзади нас кошара, дошли до нее, развели костер, высушились, решили здесь переночевать. И завтра вот на ту вершинку начнем часов 6 восхождения. Высота почти 3300. Знаменитая наша вершина Акая, которая видна из города Нальчика. Что мы сегодня будем кушать? Все закрываем. Подожди, нет. Я не насмотрелся еще. Все посмотрели, хватит, больше кушать не будем. Ой, фу, да, не вкусно, да, будет? Какой рассвет, смотрите. Сегодня будет жаркий день. Круто как. Это ж твоя невеста. Как ты можешь уйти? Как ты можешь уйти? Скоро свадьба. И вот так. Красота. Место, конечно, просто волшебное. Девочки. Соскучились за нами, за людьми, наверное. Идите сюда, красавчики. Ой, какие красавчики. Смотри, 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 детка. Палку, вот самый спи. Иди, иди сюда. Брось палку, мури. Самое отважное. Вот он идет, значит, у нас ничего нет, дай ему дать. А ты же брал там сыр, хлеб брал? Да. Хлеб надо. Иди сюда, иди, 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 иди. Красавчик. Вот которое, какое место надо было называть Нальчиком. Практически со всех мест. И один выход. Настоящая подкова. Облако опускается. Вот. Почти вышли на гребень. Азамат. Мурик с Русиком. И осталось еще метров 50. 100 в высоту и будет гребень. Такая панорама внизу. Просто бомба. У меня очки ранены где-то здесь. Сломались. Но
Ничего, спасли. Орлы летают рядышком. Сейчас по этому гребню мы пойдем вон туда. Красота. Чувствуешь объемы. Подъем занял сюда нам на гребень всего-навсего часик. Высота примерно около 3000 метров. А вот из-за тучки выходит Азамат. Азамат, помаши ручкой для истории. Очень, очень красивое. Справа ущелье. Здесь вообще облако внизу. Нифига ничего не видно. Мы вот так идем. Это я выкинул их. Я ж их раздавил и выкинул. Вот идем по гребню. Оказывается, такая вот она. Мы уже поднимаемся. Как этот бульвар? Да. Ходи не хочу. Вот знаешь что, вот как раз зимой вот здесь можно было облажаться. Шутки шутками. А здесь смотри, и слева, и справа. Облако идет так хитро. Ха, какие мы красавцы. А сейчас вся панорама. С вашей мордой. Можно? Молодые ребята. Главное, да, такое заманчивое, да? Дело. Да. Задумчивую. Не заманчивую. Можно я тоже свою морду покажу? Шею не надо уже показывать. Вон наш тур. Это называется. Вот там у нас спрятан энерджайзер. Вот по такой тропиночке мы идем. Снизу пау, обрыв. Сверху то же самое. Обрывчик. Идем по гребню. Уже считаем почти верхний гребень. Осталось метров 150. И мы подойдем к пику. О! Мы на вершине. Жалко, что облака не дали нам снять все это. Вокруг красотища. Где личико моей красавицы? Сейчас мы выйдем. Вот оно, смотри, видишь? Видишь, появляется. Сейчас мы ближе подойдем. Я надеюсь, что все-таки она у тебя паранжу снимет, ё-моё. Стеснительно. Стеснительно. Прячется. Будешь надеть? Нет, ты просто лев.
Макушка! Сейчас я пойду. Вид, конечно, обалденный. Я как оператор стою чуть ниже, для того, чтобы запечатлеть всех. Он тебя обходит. Вот она, эта палаточка, которую видно с города Нальчик. Вот она и сама вершина Акая. По некоторым данным здесь 3257, другие говорят 3360. Поэтому данные разнятся. Ну, я могу сказать, что здесь точно выше 300. Маршрутик так, в принципе, не суперсложный, но стоит сюда сходить, посмотреть, проверить себя. Жалко, конечно, туман впереди, но ничего. Внизу тумана, ничего не видно. Ну, зато вот эту вершину все видно. Вот она у меня прям в 20 метрах. Мне на фотик сделай. Вот она красавица, макушечка моя. Которую видно с Нальчика. Красота. Кадр супер. Для истории. На краю. И вот этот раз уже видно, закрылась улотом. Вот.